Во дворах Тюмени начался капитальный ремонт. В этом году благоустроят 39 участков. Для сравнения, еще несколько лет назад придомовых территорий отремонтировали в 5 раз больше. Из-за чего снижаются объемы, выяснила Евгения Зубцова. По ГОСТу производится 20 ударов до ириски. 20 ударов устройства покажут, насколько качественно уплотнен песок. Капремонт двора только начался, а инженеры уже проверяют работу подрядчиков. Приезжают, когда строители делают сложные работы. Сейчас готовят площадку под покрытие. Если не проверить тот же самый песок, плотность песка, то на стадии финиша будет провал того же бордюра, либо проезжей части. И будут большие последствия. Капремонт делают с размахом, причем в каждом дворе Тюмени. Детские и спортивные площадки, парковка, тротуары, освещение – все новое и за счет бюджета. 430 миллионов рублей потратят на реконструкцию 39 придомовых территорий. Все задумки согласовывают с жителями. Я, честно говоря, ждала его, но не так быстро. Что? Вот вроде бы только сказали, что капитальный ремонт будет, и вот уже началась стройка. Ну, в принципе, я довольна. Ждут капремонта жители сотен дворов, но в списки попадают самые проблемные. При этом раньше в городе благоустраивали намного больше территорий. Пик пришелся на 2012-й. Сейчас подход к реконструкциям изменили. Дворов меньше, но работы масштабнее. На текущий год объем средств не сокращается. Все зависит от размера благоустраиваемых территорий. Чем больше двор, тем больше затрат. Конечно. Например, реконструкция этого двора стоит 9 миллионов рублей. Есть и такие, где цена вопроса почти 15 миллионов. Но деньги строители не увидят, пока не сдадут объект. Поэтому трудятся, опережая сроки. На подмоге субподрядчики из малого бизнеса. Они выполняют до 30% работ. Привлекаем, естественно. Естественно, особенно по малоархитектурной форме приходится привлекать, значит, субподряд, отдавать эти объемы работ. Прежде чем подавать на субподряд, мы изучаем возможности. План ремонтов дворов впервые распределен на 3 года. Список реконструкции есть в управах города. Евгения Зубцова, Владимир Кондратьев, Тюменское время.